На спортивной базе «Фора» вновь кипит активная жизнь. Тренировочный процесс здесь начали шорт-трекисты, легкоатлеты и фехтовальщики. Коронавирус внес свои поправки в режим тренировок, но сейчас ребята вновь могут заниматься все вместе. Этой базой мы пользуемся уже далеко не первый десяток лет. Вот, и нам здесь отличное месторасположение. Мы пользуемся, каждый тренер, своими методиками, непосредственно индивидуально с каждым спортсменом по-своему работаем. Так что готовимся вовсю к сезону. Работа спортивной базы организована с учетом требований Роспотребнадзора. Наличие дезинфицирующих средств, обязательная дистанция 1,5 метра. При этом вместе в помещении могут заниматься не более 3 человек, на природе 7. Даже такие ограничения не помеха молодым спортсменам. Тренировки проходят 3 раза в день. Когда мы не работали, вот честно скажу, состояние было угнетающее. Не слышно детей, не слышно смеха, ихней беготни. Вот когда они заехали, они прям кинулись бежать к морю. Вот, ну, словами не передать. То есть хотим, чтобы они здесь себя чувствовали как дома. Тренировочный процесс, пускай с некоторыми ограничениями, сейчас возобновляется в 38 ФОКах и 73 спортшколах региона. Также разрешена работа плавательных бассейнов без массового посещения. На втором этапе снятия ограничений заниматься спортом в одном помещении смогут до 7 человек, а на открытых площадках – до 15. Екатерина Васильева, «Время новостей».